Всем привет. Блять, не могу, заела песня. Я люблю тебя до слез. Твой вздох, как твой первый, там что-то пук. Чат, настроение разъебать кого-нибудь. Вот просто настроение такое. Хочу разъебать кого-нибудь. Меня так все заебало. Это уже не мат, я уже разговариваю на мате. Фу, блядь, не могу просто. Что делать? Такое настроение просто, знаете, бесячее. Как будто в меня вселился старый дед, которому эта жизнь, блядь, уже настолько ебала его во все щели коллагеном. Ну, вы знаете, да? У многих этот коллаген тональник. Ну, ничего такой. Сейчас намажу, цвет выровняется лица. То, блядь, как будто меня жизнь потрепала. Внешность, цвет лица бывает такой же? Хотя я после душа, ванны, но розовенькое должно быть. А у меня вот это, косу заплела себе. Блять, как меня это все раздражает. У меня заканчивается, блять, все. Ну, хоть так посимпатичнее будет. И, блядь, эти ебаные трусы красные, которые я повесила для привлечения денег, они нихуя не работают. Где мои бабки, блядь? Я их сейчас нахуй сниму. Я говорю, я злая, я сейчас их нахуй сниму и выкину эти, блядь, в пизду эти красные трусы. Ну, нет, ну я не выкину их. Они стоят полторы тысячи не стоят. Схуя ли я должна выкидывать? Не вижу бровь. Схуя ли я должна выкидывать за 1500 трусы? Нахуй они сдались вообще за 1500 трусы эти покупать? Вот какого хуя они не помогают, а? Может быть, я неправильно обряд сделала? А? Скажите, напишите мне, кто-нибудь знает, как, блядь, правильно красные трусы повесить, чтобы у тебя бабки были? Причем всегда, а не так, что когда уже совсем жопа, они появляются, естественно, ты их тратишь быстро, потому что у тебя, блядь, дома заканчивается все. Вот у меня тушь даже тоже закончилась. Нихера не мажет. Злая, как собака, на всех. Если мне сейчас кто-нибудь будет ебать мозг, он просто попадет под такой прессинг. Кстати, хорошая тушь. Max Factor вот такая. 600 рублей или 700 рублей. Ну, что такое? Со скидкой, может, и за 500 рублей где-нибудь найдете, я не знаю. Но мне она очень нравится. Очень. Очень-очень. Просто ее сейчас она уже заканчивается. А я про нее забываю, что она заканчивается, и забываю ее купить. Сейчас как разогрею картошки вчерашние. Да с рыбой той вкусной. Это лещ. Рыбка лещ. Чисто случайно купила в магазине. Увидела один за 200 рублей. 200 рублей вот такой стоит. Но жирнючий. Всю кухню я уделала этим жиром. Ну, естественно, я ж по-другому не могу. Вот, поэтому уделала я. Прям очень хочется. Ну, немного симпатичнее стало. Посимпатичнее. А, надо румяна. Цвет.
Люблю румянами намазаться, как матрёна. Чтоб на пол ебальника было у меня. Чтоб на пол ебальника просто у меня эти румяна были. Обожаю. Вот откуда у меня... Обожаю начёс. Как я себе могу такой начёс сделать? Вот такая будет у меня шевелюра, грива. Но сейчас я без начёса. На свежевымытую голову просто заплела косу. Потому что я не хочу ничего, меня все раздражает. Меня даже раздражают мои же волосы, потому что они не укладывались, и я их решила вот так заебашить. Шампунь надо покупать, заканчивается. Маска для волос закончилась. Я так понимаю, что это не совсем глобальные прям проблемы, но... Ну что, посимпатичнее. Посимпатичнее. Во, картошка вчерашняя. Не доела, сейчас я микроволновку поставлю. Разогрею. Блядь, какая капуста. Какая капуста вкусная. Вчера купила ее, боже мой. Мукбанг, думаю, ну все, наелась, да, уже все. Уже наелась, думаю, капуста. Ну, наелась, да, все. Капуста вот сколько осталось. Я люблю тебя до слез. Подожди. Что там, рыбка жирненькая. А, у меня же есть этот. Один огурец. А, два осталось. Тоже вкусные огурцы такие. Слушайте, да ёб твою за ногу. Давай, слезла. Слушайте, мне повезло, что рядом с моим домом есть магазин, мясной магазин, который приемлемые цены на говядину, плюс там продают соленья. И второй магазин, это продуктовый, где безумно вкусное соленья. И мне в этом повезло, потому что в больших магазинах, ой, я уже не говорю о этих магнитах, пятерочках, вообще такое говно, это надо ехать на рынок, но рынок у меня здесь, в принципе, 2 километра, 2,5, но все равно впадлу там как-то ехать, идти. Хочется раз, вышел из дома и все. И готово. Пускай еще подогреется. Так, что у меня? Знаете, терпеть не могу я. О, как же, блянь, жиром все пропиталось. Терпеть не могу я, знаете что? А что я терпеть не могу? Про что я хотела рассказать-то? Блядь, я забыла, про что я хотела рассказать. Ой, как хорошо прям разогрелась. У меня есть еще в холодильнике картошка. Тоже я готовила, осталось. Так, а что я? Ой, боже мой. Сейчас вот так вот сяду. Сейчас. Я люблю тебя на слез. Какой-то Литуаль журнал. Сейчас я подстелю, чтобы журнаты этой не было. Все. А я знаю, почему я злая. Сейчас. У меня это... Скоро будут. Как это вкусно. Как это вкусно. Я сегодня, кстати, проснулась с отеками, потому что вчера я выдула столько пива. Очень много. Еще рыба. Бля, а муха.
Стирку забросила. Вот правда. Такая простая еда. Ну что там лещ, да? Ну что, вот кого можно удивить лещом? Ну когда он вкусный. Вкусной картошкой. Нахуй мне нужна ваша икра, блядь. Черная, красная, крабы. Не, я люблю это все, конечно. Я люблю красную икру, тоже вот так с картошкой с вареной. Это я в Волгоград приезжаю к маме. А там с Хабаровска приезжает как ярмарка. Как ярмарка. И там вот этой икры, но она совсем... Ну, то есть здесь так уникально. Ну, может, где-то купишь, я не знаю. Но она просто рыба-то, икра. Я когда приезжаю, мне мама устраивает праздник живота, как говорит, она покупает мне всегда красную икру. Красная икра стоит килограмм 4600, что ли? Ой, по-моему, да. Ну, что-то дорого. Икра. И вот мы там вечером всей семьей собираемся, отвариваем картошку. Вот эту баночку, я не знаю там сколько она. Вот эту баночку съедаем с картошкой просто. Вот у нас красная икра, картошка. Вот так мы себя балуем. Надо было варить больше картошки вчера. Они, конечно, так даже на Новый год, в принципе, не покупают особо. Но когда я приезжаю, мама последние деньги отдаст. Вообще не жадная. Кажется, последние трусы просто снимет и мне отдаст. Ой, как вкусно. Очень люблю ее. Светлой души человек. Он просто, я слышал, некоторые рассказывают о том, что у кого-то мамы бывают более прагматичные, что ли. У меня есть одна знакомая, которая, да, рассказывает про свою маму, что вот жадная, говорит, мама вообще. Только чтобы ей все это было. А меня это удивляет. Ну, удивляет, потому что у меня же по-другому, понятное дело. Какая кочерыжка. Мало картошки. Очень мало кусочек остался.
Вот это у меня обед. Так, у меня есть еще там другая картошка. Может, сюда в сливочное масло чуть-чуть подогреть. Ну, я уже, в принципе, наела. Блин, как это вкусно. Конечно, такие ролики, они заходят, когда снимаю, как режешь рыбу, да, картошка. Ну что, мы же народ такой простой и неприхотливый. Но бывает зимой, хер найдешь вкусную картошку. В магните вообще херня хернёй. Я туда даже не захожу ни за овощами, ни за картошкой. Вообще. Такое ощущение, как будто пластмассовое, что ли. Не могу понять. Все, у меня 1,5 огурца осталось. Ой, сейчас чай заварю себе. Пасмурно так на улице. Господи, когда я пойду к косметологу, заколю себе кольца Венеры? Когда? Когда я себе биоретализацию сделаю? Такие удобные стаканы, обожаю. Они, наверное, сейчас уже у всех есть такие стаканы. А еще есть такие длинные, да. Чай мне нравится, смотрите, вот такой рассыпной, как он называется? Хайлис. Черный чай с чабрецом. Вот такой люблю. В пакетиках не очень. Мне нравится больше вот такой рассыпной. С чабрецом вообще обожаю. А еще есть, да, такой вот с мелиссой, да? С мелиссой и мятой. Но его уже тут вообще чуть-чуть. И такой сладкий-сладкий нравится. Еще сказать. Сейчас чай заварится, буду фильмы, наверное, лягу, посмотрю какие-нибудь. Если что, в Инстаграме, если что понравится, фильм вам посоветую какой-нибудь интересный, если найду. Сама мучаюсь уже какой день. Блять, мне вот эти обои сзади, они как будто на них ссали кошки такого цвета. Надо хозяину, может, будет сказать, что поменять обои. Симпатичнее. Ну что, всем хорошего дня. Все. Пока-пока.